О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с рабочим визитом посетил хохламскую роспись в Семенове. Более 50 юных спортсменов из Белгородской области прибыли в Дзержинск. Помогать жителям Харцизской и Иловайска будут нижегородские волонтеры на постоянной основе. Министр просвещения России Сергей Кравцов с официальным визитом прибыл в Нижний Новгород. Первая партия гуманитарной помощи отправилась из Нижегородской области в Оренбуржье. Юный белгородец Ратмир Кантаев – один из спортсменов, приехавших в Дзержинск. Мальчик занимается спортом 4-й год, нередко ездит на соревнования в другие города и с удовольствием делится секретами любимого занятия. Наш вид – это тхэквондо. Для него нужна растяжка, усердия очень много, потому что без усердия здесь ничего не получится. Также надо знать очень много всего, как минимум удары, надо знать блоки, надо знать стойки. Более 50 юных спортсменов от 7 до 16 лет из Белгородской области прибыли в Нижегородскую область. Вместе с наставниками они будут отдыхать и тренироваться в одном из детских оздоровительных лагерей Дзержинска в течение ближайших нескольких недель. Очень нам тут важен свежий воздух, сосновый, еловый лес, который есть. Вот и, в принципе, тренировки на улице, потому что у нас в спорте работа происходит ногами, ну и, соответственно, легкая атлетика для нас в приоритете. Группу спортсменов встретили министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло и глава Дзержинска Иван Носков. Прежде всего, наша задача сейчас их встретили, разместили, чтобы ребята отдохнули, потому что достаточно долго были в дороге. В лагере детей ждут регулярные тренировки и культурная программа, а учиться эти 3 недели они будут дистанционно. Пригласим наших тренеров по этим видам спорта для того, чтобы провели мастер-классы, сделали совместные тренировки. Также организуем экскурсию в Нижний Новгород, по Нижегородской области. Пригласим ребят на матчи наших спортивных команд. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в Дзержинске созданы все условия для тренировки и отдыха юных спортсменов. Задача не просто разместить детей, но и поддержать их в непростое время. Служба информации, Юлия Короткова. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с рабочим визитом посетил хохламскую роспись в Семенове. Совсем недавно предприятие перешло из частной собственности в региональную. Одним из главных вопросов стал уровень зарплат. Губернатор дал поручение профильным ведомствам проработать меры увеличения оплаты труда. Будут учитываться стаж, сложность задач, авторский вклад. Будет улучшена организация труда и внедрены технологии производительности. Были рассмотрены и проекты благоустройства в Семенове. Город уже 2 раза становился победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений нацпроекта «Жилье и городская среда». Активно участвуют в проекте формирования комфортной городской среды. Дальнейшее развитие хохламской росписи будет влиять на увеличение турпотока в Семенов. Здесь расположен музей Семена Лошкаря с историей крестьянского быта. А рядом с фабрикой – музейно-туристический комплекс, в котором есть и свой музей хохламы. Зарплата маленькая. Поднимем зарплату. Мы сейчас являемся собственниками предприятия. Будем нести ответственность перед вами в том числе, поэтому будем принимать решение по развитию фабрики, она будет переживать второе рождение. Для Нижегородской области эта тема имеет особое значение, потому что мы являемся регионом лидером, входим в тройку, на самом деле считаем, что находимся на 2-м месте после Дагестана по количеству сохраненных народно-художественных промыслов. Ну и, конечно, особое место в этой короне занимает хохламская роспись, хохлама. Чем сможем, поможем. С готовностью к любой работе в Харцизск приехали волонтеры из Нижнего Новгорода. В первый день мы убрали парк Чехова. Там много листвы скопилось за зиму. Соответственно, убрали, сложили мешочки и так далее. Этому был посвящен первый день. А второй, третий день мы красили детские площадки, как и сегодня, в принципе. А вчера мы собирали мусорные контейнеры, прикручивали к ним новые колеса. Для меня очень важно, как человек, который не первый раз на Донбассе, чтобы молодые ребята видели немного другую жизнь. Потому что, ну, может быть, это грубо звучит, что все-таки в Нижнем Новгороде они живут в тепличных условиях. А это возможность посмотреть мир, посмотреть свою страну и сделать доброе дело. Наверное, самое главное – это сделать добрые дела. Волонтерская смена длится 14 дней. 2 из них уходят на дорогу в Харцизск, еще 2 – обратно. Все остальное время – на добрые дела. У меня был опыт работы с людьми, с руководителем волонтеров. И мне предложили здесь поехать как старшим волонтером. Я
был не против. Конечно, в Нижнем Новгороде мы занимаемся очень схожими, как и здесь, вещами. Также убираемся, помогаем пожилым людям, также проводим какие-то акции. Николай Овчаров, студент Нижегородского университета имени Лобачевского. 2 года назад с гуманитарной миссией он приезжал в Мариуполь, а теперь вот в город побратим. Наверное, самое главное, это даже не физическая помощь, а именно вот участие, помочь где-то с кем-то пообщаться, морально поддержать, еще что-то. Потому что мы понимаем, что все равно это тоже зона специальной военной операции. Удивляемся вот вашему мужеству. Вот, и хочется тоже вот поучаствовать в восстановлении. Сейчас площадку красим. До этого в парке листву сухую тоже собирали, пообщались там с местными обитателями, которые вот пони и всякое такое. Там чудесный парк у вас. Его вот сейчас бы еще восстановить, и вообще прекрасно будет. Работа волонтеров не остается незамеченной. Узнав, что детскую площадку красят ребята из Нижнего, Любовь Григорьевна не скупится на слова благодарности. Я хочу сказать спасибо Нижегородской области, что они нам наводят такую красоту. У нас площадка эта, ну, скажем, практически мы ухаживаем. 6-й подъезд, мы все выгребли, все убрали, подмели, палки эти поубирали, которые были вот этот наломанный после ветра этого. И посмотрите, какая у нас клумба. Мы ухаживаем постоянно, все лето поливаем, садим цветочки. Любовь Григорьевна говорит, что за порядком во дворе следят в основном пенсионеры. Получается, что покрасив детскую площадку, волонтеры помогли и тем, кому уже давно за 60. Кристина Чернеева при содействии телекомпании «Сфера ТВ» Харциск. Это электроинцеллограмм. Данные лабораторные работы благодаря этому оборудованию сейчас доступны каждому школьнику в доп. Образованиях, в школах. Определить активность головного мозга или измерить уровень кислорода в крови. Успешные образовательные практики нашего региона представляют нижегородские педагоги. Химия, физика, математика, биология. К изучению всех этих предметов подход практический. Сейчас мы берем с вами апельсин, погружаем в него наш прибор эковизор и нажимаем кнопочку «ОК». В течение нескольких секунд нам прибор покажет, сколько у нас нитратов, превышают ли они норму. 61 миллиграмм на килограмм. Вот с таких мастер-классов начинается всероссийское совещание по вопросам преподавания предметов естественно-научного цикла. В зале корпоративного университета правительства Нижегородской области более 150 учителей и руководителей школ со всей страны. С первым докладом выступает министр просвещения России Сергей Кравцов. Школа – это должна формировать широкий кругозор. Воспитание, обучение вот, – это важно. Важно и сверить часы, посмотреть на то, что сделано и что еще предстоит. Прежде всего, речь о развитии системы образования и подготовке кадров. Когда идет заинтересованный разговор профессионалов, то это всегда хорошо. И очень хорошо, что Нижний Новгород стал площадкой для такого разговора. Обняться идеями, опытом, а также вот насущные проблемы, которые сейчас вот возникают, я услышал в зале вопросы. Как-то их решить? Нижегородская область – лидер по внедрению инновационных образовательных практик. Такой вывод Сергей Кравцов делает после осмотра сразу нескольких объектов. Среди них автозаводский корпус школы 800 и технопарк среднего профессионального образования. Губернатор Глеб Никитин представляет и совсем новый проект по строительству флагманской школы для одаренных детей на Бару. Очень благодарен, что наши инициативы здесь и замечены, и поддержаны. И все эти новые здания – это одновременно еще и новые ячейки в общем образовательном просветительском проекте, который мы вместе ведем. В Нижегородской области вот очень хорошо выстроена работа школ, колледжей, высших учебных заведений, научных учреждений. И вот этот опыт нам очень важен для дальнейших шагов по развитию естественно-научного образования в стране. Служба информации, Наталья Куликова, Илья Денисов. Первая партия гуманитарной помощи отправилась из Нижегородской области в Оренбуржье. Пункт назначения – город Орск, наиболее пострадавший от паводка. В составе – бутилированная вода, которая сейчас нам нужна больше всего. Груз сформирован региональным отделением «Единой России» совместно с Домом народного единства и благотворительным фондом «Купно за едино». Как подчеркнули организаторы, наш регион на связи с региональными властями Оренбургской области и готов продолжить оказывать всевозможную помощь. Нижегородская область не могла остаться в стороне. Сегодня по поручению Глеба Сергеевича Никитина мы собрали гуманитарный груз, мы связывались с нашими коллегами из Оренбурга. И они сказали, что им сейчас очень необходима питьевая вода, потому что фактически область уже опустошена, была выметена вода со всех складов.